Разрушение кладки, скопление грязи и сажи, посторонние предметы в дымоходе, закрытые вентканалы – все это может привести к нарушению тяги, скоплению в помещении угарного газа и, как следствие, к трагедии. Угарный газ крайне ядовит, он не имеет ни цвета, ни запаха, поэтому особенно опасен. Из-за неисправных дымоходов прошлый отопительный сезон унес жизни 4 шымкентцев, двое из них – малолетние дети. К предстоящему отопительному сезону со следующей недели мы запустим короткие аудиоролики на 28 республиканских телеканалах. Также организованы профилактические акции отопления, пожарная безопасность быту, безопасный дом, сходы и обход частного жилого сектора. Датчики угарного газа. На сегодня это одно из удачных изобретений. По словам пожарных, они могут предотвратить трагедию. Тысячи малоимущим семьям Шымкента газовые сигнализаторы установили бесплатно. Если ночью произойдет утечка газа, датчик включит громкую сигнализацию и сам перекроет газ, то есть работает автоматически. Есть такой датчик. К примеру, угарный газ не имеет запаха, вы его не почувствуете, а датчик зафиксирует и даст сигнал. Тогда вы узнаете, что где-то есть утечка. Представители газовой службы заключают договоры с населением на техническое обслуживание и оборудование. По условиям специалисты обязаны обеспечивать его исправное техническое состояние. Диас Мусаев, Амантай Уэльбеков, Абзал Турабеков, информационная служба телекомпании «УТРАР».